умеет. Картошку даю, в одну руку картошку, в другую руку, третью картошку даю. Он раз это задними лапами одну взял, короче, из руки и берет третью. Соскучился по нам, даже не было. Молодец. Кушай, мой хороший. Приятного аппетита, мой золотой. Кукуруза у него еще давно не было, да? Ну, родной, извини, мама зарплату купит. Эти початки почти 180 рублей, два штуки стоят. Но он так их ест, мне нравится. Сынок, да сейчас приду, ну, родной, не ревнуй, пожалуйста. Сейчас приду, родной. Кто там, да? Ему он так смотрит. Ой, видишь, тут одно кино, там другое, там тут про кролика, там про льва, там про лис, людей и разгрузочные машины. У него со всех сторон такой весь головой, весь ему занят. Все ему надо. Столько дел, Вань, скажи, ой, пока все переделаешь, никаких сил не хватит, да? Никаких сил не хватит. Кушай, мой хороший, кушай, а то похудеешь. А берет так аккуратненько. Когда он стукает, так больно стукает, когтями прямо царапаться старается. А когда берет так нежно-нежно. Друг на друга там. Сынок, сейчас приду. Самая удобная позиция. Угу. Как на ветке. Резать. Ты не то, что Волка. Волка же не видит, ей сложно. А это все интересно, молодой. А Волочке, конечно, один стул убрал, с места сдвинул. Просто сдвинул, все, у нее истерика. Давай, Анечка. Расчесать тебе надо? Будешь расчесываться? Будешь расчесываться? Хочешь? Скажи, пока ем не буду. Вань. Я занят. Ага. А тот опять подходит такой, все прислоняется. Давай, давай, о, давай. Царь еще легся. Царь? Скажи, я устал ждать. Мое царство величество устало ждать вашу мать. Ну тебя нафиг, страшно. Ну страшно, интересно.